Всем привет, друзья! У нас сегодня вновь солнечный денек, хороший для прогулок и для обзора жилых комплексов Анапы. И сегодня я нахожусь в жилом комплексе «Огни Анапа». Дом уже сдан. Он состоит из трех секций А, Б и В. И этажность 19 этажей. Монолитный и отделка кирпич. Я вам сейчас покажу однокомнатную квартиру 42,6 квадратных метра на 7-м этаже в жилом комплексе «Огни Анапа». Сразу при входе замечаем хорошую чистовую отделку и нишу для прихожей или шкафа-купе. Санузел просторный, даже станет ванна. Это у нас кухонная зона. Кухонная зона у нас 18 квадратов, то есть это реально очень-очень большая зона. И здесь у нас, посмотрите, тоже есть ниша. Радиаторы установлены. Вот такая лоджия. Лоджия небольшая, правда, маленькая. Она 2,8 всего. Я вам покажу вид с окна. Из окна у нас здесь даже частично выходит на Черное море. Представляете, там вдалеке есть кусочек Черного моря. Не, ну а в целом вид выходит на вот эту часть, где Южный рынок. И давайте комнату покажу. Комната у нас 11 квадратов. Комната у нас 14 квадратов. Смотрите, какая просторная большая комната. Здесь тоже можно убрать эту загородку. Какой у нас? Здесь, правда, с этой стороны море не увидите, но с другой стороны достаточно светлая сторона и много будет попадать сюда света. Итак, эта квартира 42,6 квадратных метра стоит 2 миллиона 750 тысяч на 7-м этаже в ЖК «Огни Анапа». Если понравилось предложение, обращайтесь, звоните, номер под описанием. И теперь я вам покажу двухкомнатную квартиру, огромную, просто шикарной, большой планировки, потому что это большая редкость в Анапе, такую просторную двушку очень сложно найти. Она у нас вся 72 метра. Итак, на входе мы видим такую вот зону под прихожую. С этой стороны у нас санузел. Давайте я вам сразу его покажу. Здесь выполнена черновая отделочка. Площадь санузла 4,3 квадратных метра. Дальше мы идем в первую комнату. Она у нас 14,4 квадратных метра. Очень тоже просторная, большая комната. То есть ее можно использовать как детскую, да, допустим, или как такую спальню, допустим, для родителей. Здесь открывается вид на восточный рынок в эту сторону. Не шумно. Следующая комнатка чуть-чуть поменьше, но от этого не хуже. То есть здесь аж два окна, вы представляете?
То есть и на одну сторону, и на другую. То есть у нас здесь есть вид на эту сторону. И даже есть вид во двор. И есть вид также в сторону Южного рынка. Такой вид у нас открывается на эту сторону. Я вам говорила, но самый главный бонус этой двухкомнатной квартиры, что помимо двух комнат есть еще вот такая огромная, просто огромнейшая кухня, гостиная. Она реально огромная. Только посмотрите, какая здесь шикарная планировка. Здесь можно даже чуть ли не столовую сделать. И здесь как раз-таки вид на море, то есть, если вам видно, вот там как раз у нас между этих двух домов есть уже вид на Анапскую бухту, на Черное море, на песчаный пляж, то есть, даже здесь есть вид на море, хотя это только 7-й этаж. Двухкомнатная квартира очень по хорошей цене продается, с такими характеристиками планировок. Давайте я вам еще раз покажу эту огромную зону кухни-гостиной. Видите, здесь стояк с трубами подведен, то есть здесь можно мокрую зону организовать, а здесь можно организовать зону кухни-гостиной. И давайте я вам покажу еще здесь вид тоже на море есть у нас, друзья. Здесь два окна с видом на море, это кухня-гостиная, лоджия, и соседняя комната маленькая тоже таким небольшим видом располагает. И также есть вид на эту сторону, очень светлая кухня-гостиная. Квартира всегда будет озаряться солнышком. Эта квартира 72 квадратных метра на 7-м этаже в ЖК «Огни Анапа», стоит 4 миллиона 650 тысяч. Очень хорошая квартира. Если понравилась такая планировка и цена вас устраивает, пишите, звоните, будем рады вам помочь приобрести мечту жить на море. Вот так выглядит парадная. Здесь два лифта, грузопассажирский и пассажирский лифт. Оба работают, кстати. Здесь есть место для консьержа, но консьержа выбирают уже жители дома. Вдруг захотят платить больше управляющей компании и выберут своего консьержа. Информационное табло управляющей компании. Почтовые ящики. Ну, вот такой вид во двор. Ну и как в предыдущей рубрике, я продолжаю рассказывать о плюсах этого дома. Ну, во-первых, плюсы – это расположение. Находится всего в 10 минутах от парка «Ореховая роща». Находится в 15 минутах от каменного пляжа в Анапе. Находится в 25 минутах ходьбы от центрального песчаного пляжа. С некоторых этажей даже есть вид на море. С одних этажей есть вид на высокий берег и там, на то море. И с других этажей есть совсем с другой стороны вид на, получается, песчаные пляжи Анапы. То есть дом есть с видовыми квартирами. Второй немаловажный плюс – это то, что здесь центр инфраструктуры Анапы. Это, можно сказать, центр города, потому что здесь всего 5 минут ходьбы до Южного рынка. Там же транспортная развязка, ходит очень много маршруток. Практически все ходят через Южный рынок. То есть сесть на маршрутку и доехать до нужного вам места, будь то в Витязево, будь то в Супсех, Суко. То есть все маршрутки проходят через Южный рынок абсолютно. Третий плюс, тоже немаловажный, объекты инфраструктуры тоже здесь рядом. Здесь недалеко 4-я школа находится, также здесь есть садики. По поводу парковочных мест. Здесь около 100 мест парковочных на 540 квартир. То есть даже в такой загруженный пик сезона, в июле-август, а так как мы знаем, что люди отдыхают не только в июле, да, они отдыхают и в мае приезжают, и в сентябре приезжают, да даже в октябре отдыхают, то в целом здесь должно хватать парковочных мест. Для тех, кто проживает здесь круглогодично, то в зимний период здесь, вот посмотрите, совсем-совсем очень-очень мало машин. Вот видите, здесь вообще вся парковка пустая. Хотя проезд здесь свободный, то есть можно спокойно проезжать. Видите, машины стоят, здесь проезд не закрыт. Давайте я вам покажу еще раз, чтобы вы понимали, что парковочная зона здесь нормальная. Многие кричали, что вот в Огни Анапы плохой комплекс, мало парковочных мест. Нет, 100 мест на 500 квартир – это не так уж и мало. С учетом, что это одно из центральных мест. Вообще,
50% квартир, я вам так скажу, куплены здесь на сдачу в летний период под инвестицию. Там 50% квартир, допустим, для переезда на ПМЖ. И те, кто переезжают на ПМЖ, это в основном те люди, которые хотят все иметь в шаговой доступности. Вот, пожалуйста, вам парк Ореховой Рощи, 10 минут ходьбы, там пляж Галичный, 15 минут ходьбы, Южный рынок, 5 минут ходьбы. То есть это люди, которые не особо рассчитывают ездить на машинах, иначе бы они такое центральное место не выбирали. С другой стороны, видите, парковочных мест хватает. А те люди, которые приезжают на отдых, они, как правило, приезжают на самолетах, на поездах, и небольшой процент все-таки в город приезжает на автомобилях. Друзья, если понравился обзор на жилой комплекс «Огни Анапа», пишите комментарии. Я вас жду в комментариях также по поводу того, какой жилой комплекс снять в следующий раз. И еще есть одна новость, но я думаю, снимать отдельный ролик или нет, подскажите мне. В «Привилегии 2» старт бронирования квартир. Да, теперь можно сказать официально, можно бронировать квартиры. Цены известны, планировочки тоже, поэтому, если интересно, обращайтесь. И вот подскажите, снять ли вам ролик о инфраструктуре второй привилегии, да, вот, чтобы наглядно показать, да, что там будет. Или достаточно просто информации, которую вы можете получить по номеру телефона. Он есть в описании под видео. На этом все, друзья. Рада была вас видеть. Всем пока-пока. С вами была Светлана.